Вот такой вопрос мне задал подписчик моего канала в Телеграм. А почему вы решили, что женщина рассматривает вас именно в качестве мужа, а не в качестве любовника? И если женщина рассматривает мужчину исключительно в качестве мужа, то она ему говорит, что секс будет только после свадьбы. А у вас-то с сексом, насколько я понимаю, все в порядке. Вы же сами написали, что не тратите на женщин деньги. Наоборот, они тратят на вас. А женщина никогда не будет тратить деньги на мужчину, который ее не ебет. А если вы так решили, потому что они вам все говорят, что хотели бы выйти за вас замуж, а что еще они вам должны были сказать? Выйти замуж – это мечта любой женщины. Все женщины хотят замуж. Правда, далеко не всех берут.